Друзья, вот по всей более-менее цивилизованной сафари отношения Африки, вот такие ворота встречаются каждые, может быть, 10, 15, 60 километров. Это въезд на частную территорию, в частный заповедник, который обычно всегда огорожен проволокой, причем даже с электрическим подводом. Замки часто не запираются, или это висит какой-нибудь условный замочек, или код у более богатых, состоятельных. Вот о чем я хочу сказать. Посмотрите вот на этот, эти ряды проволоки, уходящие 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. И три ряда еще электрической проволоки. Вот это еще и старая изгородь. Вся Африка, с севера до юга, может быть, кроме пустыни, она окутана проволокой. Она окутана сотнями миллионов километров проволоки. Я встречал места, в которых укрепрайоны со времен Второй Англобурской войны, которая закончилась в 1902 году, соответственно. И там проволока, которую при мне парень Гербер сломал, это, наверное, прекрасная какая-то крупсовская сталь и колючая проволока, которая до сих пор осталась, ей больше 120 лет. Когда говорят какие-нибудь любители животных, банни-хакеры, что давайте всех зверюшек выпустим и так далее, я за. Пускай это будут звери свободно живут, и не будет там охоты и так далее. Давайте только сначала снимем все эти сотни миллионов километров колючей проволоки или просто проволоки с электроподводом или без электроподвода. Строим железные дороги, которые успели построить белые, которые сейчас уже очень плохо используются, потому что их не знают, как обслуживать. Так что лозунг на лозунг. Животным свободу, согласен. Снимаем колючую проволоку, снимаем железные дороги. Вот маленькая ремарка.